Дорогие друзья, приветствуем вас. Сегодня это видео будет посвящаться замене груши на Rocky Boxer. Для замены груши нам понадобится ключ специальный на 22. То есть нужно его обточить, вот как видите, мы сделали уже болгаркой предварительно. Для того, чтобы нам добраться до гаек, нам нужно снять защитный рукав. Далее специальным ключом выкручиваем гайки. После того, как выкрутив гайки, тянем грушу вниз. Для установки новой груши на Rocky Boxer нам потребуется контрагайка. Предварительно, то есть ее нужно накрутить. Устанавливаем грушу на силомер в обратной последовательности. Накручиваем гайку. И контрагайку. Теперь это дело нужно будет хорошенько затянуть. Максимально подтягиваем гайками конус кверху. Так, вот мы затянули. Сейчас будем подкачивать и, то есть, одевать защитный рукав. Груша, в принципе, у нас готова.